Сегодня собираю мыльничку на август. Опять мылка набрала много, и ну, так получилось, что у нас в ванной комнате появились враги в виде жидких гелей для душа. И мылка с июльской мыльнички немножко осталась и перейдет на август. Так, на август у нас переходит вот такое вот карпатское мыло. Апельсин. Пахнет апельсинкой. Оно маленькое. Глицериночка 50 грамм. В общем, это так смылить на раз. Так, дальше. Натуральная мылка для тебя. Летний день. Дынно-арбузная. Это тоже ручная работа. Украина. Здесь 100 грамм. Вот такой вот кубик. Еще открыточки в упаковке. В общем, такой кубик. Ну, пахнет тоже неплохо, вкусненько. В общем, тоже оно у нас перейдет на август. Вот так вот я, наверное, его буду класть, потому что мылка будет много. Также переходит у меня грузинское мыло. На вине Алазанская долина. Это я мылка беру для умывания, для лица. Вот такой вот. Вкусно пахнет, пахнет виноградом. Очень вкусное. Не знаю, как оно будет. Перед этим у меня было Joy & Joy грузинское, но мне оно подсушивало очень кожу, лицо. Такая была стянутость легкая, даже немножко чесалась. Ну, посмотрим, как будет себя вести эта мылка. Пахнет виноградиком, очень вкусно пахнет. Украинское мыло с маслом красного фрукта. Тоже беру для лица. Вот такой вот беленький брусочек. Пахнет стандартными мылками ручной работы, основой такой вкусненькой, эфирным маслицем. Ну, посмотрим. Также переходит у меня Oriflame Sub-Zero Arctic. Это муж в мыльничку себе брал. Ну, такой черненький брусочек. Такой свеженький аромат, немножко с цитрусовой ноткой. Стандартный мужской парфюм и плюс такая легкая цитрусовая нотка. Herbal с экстрактом дамасской розы и красной глиной. Это Alpha Farm Словакия, 100-граммовый брусочек. Вот такой вот квадратыш. Пахнет розой, ну, такой, знаете, пыльной, немножко как, я так понимаю, глина. И глина, она дает вот такой вот пыльный аромат. Линда, крем-мыло, роза и пион, 90 грамм, это Польша. Обычный беленький брусочек. Очень приятно пахнет розой. Пиона как-то... Кислинки пиона нету, а розой пахнет очень вкусно. Нежненько так, неприторно. Вкусная мылка. Докса, лимон, Турция. Здесь, наверное, грамм 125. Они вот любят заклеить. Не знаю, наверное, 125 грамм где-то в этом брусочке. Вот такая желтенькая глицериночка. Пахнет лимончиком, кисленьким лимончиком. Также в антибактериальную мыльничку это Свобода. Мыло для сильно загрязненных рук. 100 грамм. Ну, мне пахнет химозно, стиральным порошком. Ну, эта мылка я
ну, не знаю, у меня как бы мыло антибактериальное, то, что я выбирала на июльскую, в июльскую мыльничку, оно у меня все использовалось. Я туда уже начала класть мылки обычные, туалетные. Эта мылка я, ну, скажем так, пожалела. Не знаю, оно у меня одно. Я думала, что оно у меня одно. Я его пожалела, решила еще сохранить. Потом порылась в запасах, нашла еще два брусочка таких. В общем, как бы в август я его использую. Видела, девчонки в порошок такое мылко берут. Ну, мне хочется помыть этим мылком руки. Также беру, переходит с июля Луксия крем-мыло про витамин В5 и хлопок. Ну, пахнет кремиком. Кремиком таким свеженьким. Основа кремовая. Ну, такая не приторная, не слишком сладкая. А такая приятненькая, свеженькая. И Долан 2 в 1. Свежий огурец и молоко. Не знаю, не заходят мне вот эти мылка Доланы. Не знаю почему, но вот молоко и фрукты мне как-то не особо заходят. Ну, огурец пахнет, в принципе, свежестью. А до этого у меня была и питахая была, и маракуйя, и чего там только не было, я уже не помню. Ну, в общем, так, использовала, смыливала, но без особого удовольствия. Как-то они мне, вот это вот именно молоко, молочная основа, в общем, не камильфо, не заходят. Ну, посмотрим. Дойдут у меня руки до него, не дойдут, не знаю. Так, это то, что у нас перешло с июля. Теперь давайте смотреть то, что я набираю в августе. Ну, по традиции начнем, наверное, с хозиков, да, как всегда. Так, порошок. Закончился у меня порошок. В порошок беру мылка хозяйственная Лягарта. Это Испания. 250 грамм брусочек. Это раритет. Еще времен, не знаю, сколько ему лет. Это где-то времен СССР. Вот этот брусочек. Аромат. Ну, аромат хозика. Приятный такой, хозяйственный, вкусненький аромат. Так, это порошочек. Сейчас у меня все мылка, которое я буду показывать, это все мылка у меня будет идти в порошок. Туда же хочу взять Патанджали. Это Индия. Это прессованный стиральный порошок 250 грамм с экстрактом лимона. А, с нимом. С экстрактом нима и лимона. Даже лимонным соком. Вот такой вот брусочек. Он такой внушительный. И на ощупь такой шершавенький. Ну, он как вот действительно как порошок. Он и похож, вот, как кирпич. Вот он такой вот не гладкий. Такой вот брусок. Довольно-таки аромат очень приятный. Пахнет лимоном. Пахнет порошком, пахнет лимоном. В общем, пахнет вкусненько. Туда же у меня пойдет Айсблик мыло антипетин. Это техпром экология с энзимами. Здесь у нас вес. Наверное, тоже грамм 125. Не скажи мне. Да, 125 грамм. Но аромат здесь такой себе. Оно вроде... В общем, пахнет оно какашками с лимонным оттенком. Так стирать этим мылком я не хочу. Ну, в принципе, я и не стираю. Я хозики для стирки не беру. Я всегда стираю обычным мылом, который у меня лежит в мыльничке для рук. В основном антибактериальное. Все со стирушки по стирушке, ну, у меня идет туалетное мыло. Отдельно я хозик не беру для таких целей. В общем, порошок. Фу. Аромат так себе. Ну, его нужно использовать, чтобы оно у меня не лежало в порошке. Оно, я думаю, что другое мыло, которое там будет, оно как-то этот аромат потеряется. Также туда беру Аякс, это Италия.
Стандартный лимонный аромат. Дальше это мои фавориты щедрики, куда же без него. Два брусочка по 200 грамм. Ну, очень вкусно пахнет эта мылка, это просто класс. Так, туда же беру два щедрика. Так, порошочек буду компактненько складывать. Туда же беру Ренгува. Натуральное хозяйственное мыло с лимоном, с ароматом лимона. Вот такой вот глицериночка. Пахнет дымком. И плюс немножко аромата лимончика есть. Так, что-то я наскладывала на... Туда же беру Сарма, антибактериальное хозяйственное мыло. Порошок у меня, конечно, знатный получится. Аж самой нравится. Классный будет. Ну, это мылка, в принципе, как бы знают все, да, Невская косметика. Ну, химозненький такой, вкусненький аромат бытовой химии. И теперь, опять же, порошок. Опять Техпром Экология, лимон, 60 грамм. Ой, все у меня сыпется. Ну, пахнет лимоном, но есть их вот эта вот основа канализационного, скажем так, типа. Вонючее. Но мыло Техпром Экология, вообще мыло очень вонючее. Это у меня Долан. Два в одном из этой вот линейки. Не знаю, что здесь, не помню, какой здесь фрукт. Я его уже начинала мылить. Вот оно, видите, смыленное. Ну, не зашло оно мне, не заходят мне эти Доланы. В общем, я его потру порошок. Сюда же пойдет. И, наконец-то, я Рубисы. Кто меня смотрит, мои видео, и кто смотрит мой канал, ну, вы знаете, что я Рубисы что-то как-то тоже не заходят, я их не люблю, я их все пускаю в порошок. Мне нравится ничем, потому что они не дают очень густую обильную пену. Ну, в принципе, для порошка пойдет. Лотос, ой, господи, лотос, алоэ вера, Рубис, 75 грамм. Ну, брусочки беленькие, обычные. Ну, оно пахнет приятно. Ну, не знаю, есть у меня другие мылка, есть чем пользоваться. Не хочу я пользоваться Рубисами, не заходят они мне. Дальше океанская свежесть, тоже беленький брусочек. Вот такой аромат. Так себе. Тропические фрукты, беленький брусочек. И лотос. Так, все. Вот это у меня вот будет порошочек. Так, теперь для мытья посуды. Невская косметика. Это мыло со слоном, с эконом упаковочки. Вкусно очень пахнет. Это у меня пойдет для мытья посуды. Наверное, сюда буду складывать. Или я, наверное, уберу то, что у меня осталось с июльской мыльницы, чтобы оно не, здесь не путалось, не мешало нам. И уже августовскую буду набирать отдельно. Так. Все это мы убрали. Так, для посуды. Невская косметика со слоном. Также беру для посуды экохозяйственное мыло 72%, 200 грамм. Это Донецк, украинские промышленные ресурсы. Вот такой вот брус.
кусочек, сухой-сухой, опять насыпалось мне. Пахнет очень приятно, пахнет такими, знаете, тропическими какими-то фруктами, ягодками. Бомбезный аромат, очень классно пахнет. И вот такое вот мылка, кокосовое мыло, handmade, ручная работа, хозяйственная мылка, кокосовое мыло, здесь сода, здесь лимонная кислота, в общем, мыло для мытья посуды. Пахнет тоже очень приятно, пахнет стандартной основой мыла к ручной работе и немножко лимончиком отдает. Ну, совсем-совсем, чуть-чуть. Так, вот это вот у меня мылка идет для мытья посуды. Я думаю, мне 3 брусочка хватит. Если не хватит, тогда что-нибудь еще доберу. И также в кухню для постирушек, застирушек, тряпочек, салфеточек беру инжир таблеточку. Оно прогоркло. Вот такая вот маленькая таблетка. Аромат есть, но есть аромат прогорклости. Купаться не хочу с таким мылком, а для кухни оно подойдет идеально. В июле я брала такие мылка. Мне очень понравилось. Также туда беру зеленая аптека Альфа Фарм облепиха и липа. Нету аромата ни липы, ни облепихи. Просто основа. Пахнет основой, но мне нравится основа Альфа Фарм. Я люблю это мылко использовать в кухне, потому что основа, ну, приятная. Она такая немножко с горчинкой. Пахнет натуральностью. Мне нравится его, такое мылко, использовать именно в кухне. И также туда же для застирушек-постирушек беру Тиама крема. Это мыловаренные традиции с экстрактом жемчуга. Вот такой брусочек. Мыло пахнет классно. Оно немножко здесь и потело. Но аромат свой оно не потеряло. Но я не люблю я Тиама крема. Не заходят они мне, я не люблю такие вот кремовые сладкие ароматы, они меня немножко душат. И, в общем, я его, я думаю, что для кухни именно оно пахнет классно. Кто любит вот именно сладкий кремовый аромат, эта мылка зайдет, оно пахнет вкусно. Ну, мне оно пойдет на стирочку. Так, это мои хозики. Так, теперь набираем то, что для души, для тела. В общем, берем мыльничку. Детское. Детское я беру один брусочек. Ушастый нянь. Детская косметика с оливковым маслом и ромашкой. Опять-таки, ребенок пользовался. У нас было очень много жидких гелей. У нас осталось еще с июльской мыльницы. Я не покажу, просто мылка лежит в мыльничке. Крестовниковы детская с чередой, потом The Technology Мишка у него еще лежит, и вот беру только один брусочек, вот этот вот ушастый нянь. Ну, в принципе, как бы рассказывать, его открывать я не буду, эта мылка вся уже заезженная, все его знают, все его используют. Дальше у мужа с июльской перешло Oriflame. И еще он берет вот такой Irish Spring, это USA, 113 грамм. Вот такой брусочек. Пахнет очень... Ну, пахнет, честно я вам скажу, пахнет оно вот сейчас в сухом виде. Оно пахнет как шарики для унитаза. Вот мне именно оно пахнет вот так вот, химозно-химозно. Ну, посмотрим, как оно будет размыливаться. Потому что фа, лимон, мне тоже, когда был брусочек сухой, тоже очень пахло совсем-совсем так химозно. Потом я его начала мылить, размыливать. Ну, аромат проявился очень бомбезный, очень вкусный. Попробуем размылить вот это вот. В общем, так, это берем для мужа. Так вот.
Антибактериальная мыльничка. Бархатные ручки. Антибактериальный комплекс плюс увлажнение. Так, до 24-го. Но это 90 грамм. Но почему я его беру? Оно бы еще и полежало. Но вот такая с ним беда-бедулечка. Видите, как оно у меня прям все-все-все совсем-совсем потекло. Прям капельки. Прям аж блестит. Ну, в общем, короче, такая вот с ним у меня произошла бедулька. Не знаю, почему оно так прям заплакало сильно-сильно. Ну, вот все мокрое. Пахнет приятно. Кремовый аромат. Ну, в общем, оно у меня запотело. В общем, мы его используем. Также для антибактериальной мыльнички. В антибактериальную мыльничку беру Протекс с витамином Е. 90 грамм. Вот такой брусочек. Красивенький. Очень вкусно пахнет. Таким свежий-свежий аромат. Ну, химозный. Стандартный антибактериальный, химозненький, но аромат вкусненький. И беру Дермавива, это ватика, Индия, 115 грамм, антибактериальное мыло. До 10-23, оно бы еще, конечно, полежало, но я его использую, потому что аюрведа, она, в общем, на маслах. Масла стареют, прогоркают, и потом появляется неприятный аромат. Ну, пахнет так, аптечно. Ним и есть немножко нотки гвоздики, приправы. Немножко пахнет гвоздикой. Так, это антибактериальное. Ну, а теперь пойдем для души, для тела, для душа. Орифлейм. Брусочек у нас сколько здесь? 75 грамм до 09-23. Тоже можно бы, чтобы оно еще полежало, но уже сроки подходят. В принципе, как бы орифлеймовская мылка, оно лежит неплохо, хранится неплохо. Ну, не знаю, использую я его, чтобы пахнет конфетно, сладенько, ягодно и конфетно. Что это у нас такое? Здесь так вот. Дальше Тиама крема. Мыло вареной традиции. Я говорила за вот это мылко. Оно очень меня душит. И такой приторный кремовый аромат здесь. Вот в этой именно линейке. Профессиональная линия. Тиама крема. Косметическая с коллагеном. 115 грамм. Тоже его беру, потому что до 31-10-23 мыловаренные традиции не лежат плохо. Прогоркают. Вот этот аромат, здесь он немножко легче. Он кремовый, тоже сладкий, но он как-то полегче. Он такой приятный, даже есть, знаете, мне вот пахнет как немножко даже ландыш, цветочное что-то. Вот эта вот мылка мне пока заходит, пока оно неплохое. Ну, вся вот эта, там есть золото, там много, такая широкая у них линейка, там ароматы полегче, чем вот здесь вот. Дальше Ноксес. Мыло с глиной. Здесь три глины. Две, наверное, или три глины. В общем, с глиной. Так, сколько у нас здесь? До 27-го года. Ну, мне как-то захотелось. Оно долго у меня лежало закрытое. В общем, решила его открыть и использовать. 100 грамм брусочек. Ух! Вот такой вот. Такой красавчик. Розовенький. Пахнет вообще обалденно. Здесь... Ну, я вам скажу, пахнет средствами для бритья мужскими.
что-то мужские уходовые средства. И вот цветочный аромат, кремово-цветочный такой, и есть нотка мужских уходовых средств. Ну, в принципе, как бы приятненько пахнет. Так, фаберлики. Фаберлики у меня тоже плачут, потеют, лежать не хотят. Так, это у нас что? Ликующая Бразилия, розовый перец и цветок каштана. Для лица и тела 70 грамм. В общем, ведут себя плохо, дружить со мной не хотят. Вот такое вот. Все оно, видите, все мокрое, все вспотевшие. Ну, если лежат не хотят, будем использовать. Пахнет цветочный, цветочный, яркий-яркий цветочный аромат. Пахнет очень вкусно. Руки все, даже уже, оно уже даже мылится. Вот, уже даже мылится. Так, далее Фаберлик. Оранжерея, османтус и лемонграсс, душистое мыло. У меня вот таких вот как бы линейка большая. И вот таких вот у меня, наверное, штук 4 или 5 видов. Они плачут все. Я их буду использовать все. В август я взяла пока 2. Ну, а дальше я их буду выводить. Не хочу я их держать. Если они себя так плохо ведут, то зачем их держать? Вот такой вот фаберлик, такой брусочек. Пахнет. Такой, знаете, цветочный аромат, но цветы больше такие вот лечебные. Не яркие цветочные, не вкусные, а вот такой вот больше к натуральным травам, вот что-то такое аромат. Греция, папудзани с глицериночка, с апельсинкой. Я его уже открывала, смотрела. В обзорах оно у меня было. Вот такая вот. Такой красавчик. Очень вкусно пахнет. Цитрус. Прям цитрус, цитрус. Ну, цитрус — это моя любовь. Цитрусы я люблю. В общем, мылка бомбезная. Еще один апельсинчик. Натура. Это Польша. Персик и экстракт цветов апельсина. Ну, здесь преобладает кремово-персиковый аромат. Апельсина особо здесь и не слышно, а такой сладенький кремово-персиковый аромат. Хамейчик. Тоже мылка уже довольно-таки старенькая. И чтобы не потерять брусочек, я его использую. Так, камайшик. 125 грамм. Открыто со всех сторон. С каких только можно. Вот такой брусочек. Удобные, классные. Люблю такие вот брусочки. Ну, мылка парфюмированная, пахнет парфюмом. Здесь выделить что-то одно тяжело, потому что камейчики, они вот камей, палмолив, да, они вот такие мылка парфюмированные. В общем, особо не скажешь, чем оно пахнет. Это у нас Германия, крем-мыло. Что-то с цветами цветочное. 150 грамм. Ландыш, смотрю, здесь как пион. Роза. Ага, роза здесь есть. Ну, в общем, мылка цветочная. Но, опять-таки, это Германия. У Германии основа кремовая. И она настолько яркая, что она забивает все остальные ароматы. Сказать, что пахнет чем-то таким ярким, цветочным, нет. Ну, кремовая сладкая основа.
Ну, пахнет приятно. Опять-таки, кто любит кремовые мылка сладенькая, то эта мылка зайдет на ура. Оно хорошо, вот эти мылка очень классно пенятся. Классно пенятся, и кожа такая вот увлажненная, после них питают хорошо. Мылка неплохие, я уже такое использовала. Мылка классные. Эвиза Истанбул. Это Турция. Девчонки писали, что Эвиза плохо хранится. Ну как плохо хранится? Хранится хорошо, но выветриваются ароматы. Тоже буду брать в использование. Тоже у меня несколько видов такого мылка. И глицеринкой есть банные. Ну, в общем, буду его использовать. Вот такой брусочек. Так, здесь у нас сколько? 140 грамм. Не маленький. Пахнет обалденно. Пахнет. Ой, девчонки, мне пахнет, знаете, чем? Карамелькой. Фруктовой, фруктовой, очень вкусным леденцом. Фруктовым леденцом. Пахнет вкусно. Аромат обалденный. Вот такой вот у меня брусочек потерялась. Где-то потерялся фантик. Не знаю. Ну, вообще по аромату это как хвойное. Вот больше всего оно мне напоминает хвойное. Не помню. Ну, я, в принципе, как бы вот так вот, если оно уже и бросочек подвыветрился, потому что давно лежит и давно без упаковки, но хвоей пахнет. Невская косметика, хвойная. Так, это у нас что? Сапонифика. Роза. Даже закрытая. Так, сейчас будем открывать. Попробуем открыть аккуратненько. Ага. Вот так. Они очень красивые. Там красивое тиснение, штампик. Вот такой вот кругляшек. Классный. Ну, розой. Пахнет розой. Ярко, вкусно, неприторно. Розой пахнет. Сапонифика. Италия. Это у нас мандарин, наверное. Так, здесь 140 грамм, наверное, брусочек. Если не 200. Потому что брусочек довольно-таки внушительный. Написано, сколько грамм. А, 200 грамм, да. 200 грамм. Сюда его. Такой брусок. Это Италия. Ну, пахнет цитрусом. Такой я уже использовала лимон. Оно очень экономно смыливается. Дает очень густую пышную пену. В общем, хватит его... этого мылка надолго. Так, далее что у нас? НМЖК земляничная, оригинальная. Так, вес у нас тоже давно-давно эта мылка у меня лежит. 180 грамм. Так вот. Сухарик. Ну, пахнет. Пахнет вкусно. Пахнет основой. Пахнет ягодками. Мылка. Классно. Я люблю Нефис, я люблю НМЖК. В общем, ну, эти мылка или любить, или не любить. Кто его, кому оно не нравится, то оно не зайдет в любом виде. Завод братьев Крестовниковых Нефис. Крем мыло миндаль. 190 грамм. Вот такой вот красавчик. Для дам и господ. Ну, пахнет основа и, ну, сказать, миндаль. Ну, миндаль, но парфюмированный миндаль. Не натуральный, а вот больше он парфюмированный.
фа-йогурт алоэ вера, 90 грамм. Малышечек такой, это мне на раз с моей любовью к мыленью. Ну, пахнет, да, сладенько. Есть такой оттенок алоэ, немножко такая зеленушечка. В общем, пахнет, в принципе, неплохо. Сиен, деликатное мыло кремовое. 100 грамм. Это у нас Варшава. Такой красавчик. Беленький такой. Один в один, дав классическое. Сладенько, кремово. В общем, дав один в один. Ма Прованс. Это мыло бомбезное. Тоже у меня было в использовании несколько брусочков разных. Классное мыло. Пена густая, пышная. Так, это у нас что? Цветы. Оливы, да? Цветы оливы. Оливы. Оливкового дерева или оливы. 200-граммовый брусочек. Пахнет... Знаете чем? Вот когда ломаешь, допустим, иву, да, или ту же вербу, вот как пахнут свежесломанные ветки. Вот такой вот аромат. Классный. Мариголд. Мариголд Украина. Авокадо и алоэ вера. Какая красивая букашечка. Так, здесь у нас 90 грамм. Вот такой вот мятного цвета брусочек. Красивый. Пахнет просто классно. Пахнет. Оно парфюмированное. Пахнет свеженькой зеленушечкой. Бомба. Не знаю, посмотрим, как оно будет в мылении, но пахнет просто обалденно. И немножко аюрведы. Это у нас уже вообще до 10-22 мылка. Но, в принципе, как бы выглядит сейчас нормально еще. Такая глицериночка. Это Вритикас Роза Индия. Аюрведическое мыло. Вот такая вот глицериночка. Выглядит нормально. Оно сухое, оно не потеет. Оно очень вкусно пахнет. Пахнет розой. С нотками аюрведических масел. Ароматов. Ну, срок годности уже прошел. Нужно его использовать, потому что аюрведа, она... прогоркает, и она плохо себя иногда ведет. Она не лежит долго. Не хочется потерять этот брусочек. Лучше я его использую. Далее Вритикас, также Индия, аюрведическая, алоэ и мед. Тоже такая же глицериночка. Опять-таки она сухая. Здесь очень свежий аромат. Такой зеленый-зеленый. Свежий-свежий, классный. Я не могу вам рассказать. Пахнет как... Ну, не пахнет нимом. Такой, знаете, как... Что-то... Как тархун. Такой вот аромат. Классный. И еще одна аюрведа. Дермавива. Это у нас мылка с отбеливающее мыло. А с чем? Ну, здесь вроде как лотос, да? Не вижу.
В общем, с чем не посмотрела. Извините меня, плохо я подготовила сандал. Что-то цветочное. Брусочек совсем махонький. Сколько у нас здесь? Наверное, 70 грамм. Совсем малышечек. Такой вот. Кремово-цветочный аромат. Очень классный. Цветочный с кремовой основой. Яркий. Яркий. Аюрведический. Вот такая вот у меня, девчонки, получилась мыльница на август. В общем, будем использовать, будем смотреть. Ну, вроде как бы, когда брусочек сухой, пахнет один аромат, потом начинаешь размыливать, открываются совсем другие ноты. В общем, более подробно уже я вам расскажу в отзывах. Пока вот так вот. Спасибо, что заходите ко мне на канал. У меня уже больше 500 подписчиков. Всех ценю, всех люблю, каждому рада. Не забывайте, не проходите мимо. Пока-пока. До новых встреч. Счастливо.